друзья, сегодня мы берем вас на прогулку в зоопарк. И штучки соленые бабушка продает. Зоопарк, как и все парки, долгое время был закрытый. Сами знаете почему. Вот мы узнали, что его открыли после второго локдауна и быстренько сюда собрались прогуляться. Перед зоопарком очень большой красивый парк. Фоткать можно? Конечно, можно фоткать. Вот здесь вот должно быть два слона. Их сейчас плохо видно, потому что мне эти кустики видно. Давно не стригли. Мне хорошо видно. Вот один слон будет сказать. Государственный ботанический сад здесь. Ну, он просто заросший. Обычно здесь всегда все очень-очень аккуратно, все подстрижено и красиво. Может быть, еще не успели. Мы не знаем, сколько дней его назад открыли. Просто мы увидели, что возле дома открыли парк. Ну, решили попробовать. Мы сюда звонили-звонили, не дозвонились. Вот там вот вдалеке вы видите, это Королевский замок. А вот там вот зоопарк. Также здесь множество есть всяких музеев. В этом музее мы тоже не были, потому что когда мы сюда приходили, он был еще закрытый. То есть только-только его создавали. Еще до локдауна мы здесь были в 2019 году. Этот музей еще не работал. Вот стрелочка к нему, он туда. Мы сегодня по музеям ходить не будем, потому что мы в зоопарк не успеем. Красиво здесь. Здесь вот аквариум с рыбками. Мы здесь были. Здесь даже есть акула в аквариуме небольшая. Маленькая такая. Красиво здесь тоже в этом аквариуме. Аквариум закрыт. Ну, так снаружи немножко посмотрим. Посмотрим. Ну что, пока наш папа паркуется, мы немножко прогуляемся к Королевскому замку. Такие вот здесь красивые газончики. Здесь можно посидеть на травке, взять с собой покушать. В этот парк часто приходит молодежь. Кстати, мы еще не знаем, или открыт зоопарк, потому что мы до него не дошли. Но то, что парк открыт, здесь тоже есть чего показать интересного. Вот такая вот беседка перед Королевским замком. Здесь у нас молодежь тусуется по вечерам, собираются вот такие вот лавочки. Здесь огни разноцветные горят. Ну, в общем, очень красиво здесь вечером. А сейчас днем здесь жарковато. Поднимаемся мы к Королевскому замку. На его территории также есть музей. В этом музее собраны предметы королевского быта. Монетки всякие здесь есть. Ну, такие старинные предметы. Есть здесь, представляете, королевское зеркало. И, оказывается, в него нельзя смотреться. Вот мы с мужем здесь были. И он автоматически там начал прическу поправлять. Ну, я пристроилась. И нам влетело. Тоже здесь очень много растений красивых, цветов. Все ухоженное, все красивое, все чисто. Что мы видим? Королевская собака спит перед Королевским замком. Ну, как вы видите, конечно, здесь все требует реставрации, так думаю. Конечно, кондиционер на стене Королевского замка смотрится вообще великолепно. Как будто тут и был. Ой, я смотрю, что музей открыт. Но в музей мы, наверное, не пойдем, все равно мы не успеем все.
Сейчас мы спустимся со ступенек и поснимаем его снизу, этот замок. Такой вот здесь фонтан. Почему-то не рабочий, к сожалению. Ну, я думаю, скоро все будет работать уже. Так, не все сразу, хорошо же, что хотя бы открыто. Людей мало сегодня, пятница, вечер. Завтра будет больше. Сейчас посмотрим на вход в королевский замок издалека. Очень большой этот парк, очень большой. Красивый, ухоженный, несмотря на пандемию. Ну, а мы отправляемся проверять, открыт ли сейчас зоопарк. Надеемся, что открыт. Зоопарк тоже большая территория зоопарка. И там очень приятно гулять, там очень много деревьев. Поэтому там всегда тень и прохладно. Ну, прохладно, насколько это может быть. Сейчас, ну, наверное, градусов 35 у нас на улице. Так что такое себе прохладно. Здесь продаются билеты в музей. И вот такие вот следы. Для соблюдения социальной дистанции. Сейчас поснимаем этот замок еще с другой стороны. Какие здесь красивые пальмы, цветочки. Это, наверное, какой-то рабочий вход. И женщины в одинаковых сари. Интересно. Чуть-чуть подглянем. Вот здесь веревочка какая-то. Вот так вот удалось нам внутрь заглянуть. Королевское жилище. Ну, пойдемте дальше. Ну вот, мы практически обошли вокруг. Солнце светит в камеру, так что здесь у нас снимать ничего не получится. А здесь я увидела какую-то красивую необычную пальму. Интересная такая, листья как у банановой. Посмотрите, листья как у банана. И вот такая интересная. А это что, не банан? Ну как это банан? Конечно, не банан. Банан вообще не так растет. Ну что, банану кто-то листья косичкой заклёк? Ну, пойдем прогуляемся. По парку. Спускаемся мы в парк от королевского замка, пойдем обратно.
сейчас обойдем беседку с другой стороны. Сейчас мы выходим на солнцепек, на жару. Дивин, а ты там был внутри когда-то? Не помню. Давай поднимемся, я не была там. Собачка в тень перешла. Ну, ничего, так королевская беседка. Эхо. О, здесь эхо, да. Эхо, эхо. Классно песни петь. Такая беседка, как целый дом. Как говорится, королевский размер. Вот такой вот вид отсюда открывается на замок и на вход в кассу для продажи билетов. Также здесь есть детские площадки. Ну, пойдемте дальше посмотрим. Бобик, не трогай Бобик. Пойдем, вон наш папа стоит. Оставил машину? Что? Алкаранду. Не открыто. Зоопарк закрыт. Зоопарк закрыт, говорит Джекеш. Облом. Ну странно, музей открыт, а зоопарк закрыт. А что, музей внутри пускают? Да, музей внутри пускают, билеты продают. А вот аквариум. Аквариум закрыт. Непонятно. Ну пойдем, конечно, посмотрим. Впереди, не сзади. Какое здесь красивое, интересное дерево. Вот это дерево баньян. Вы, наверное, знаете, что это за дерево, которое пускает воздушные корни и вот так вот разрастается. Это не самый большой баньян, конечно, а можно сказать, даже очень-очень еще маленький. Вот здесь у нас прямо на травке, когда людей много, и могут сидеть, кушать люди целыми семьями. У меня Джин всегда хотел здесь посидеть, покушать. На пикник хотел сюда. И ни разу как-то у нас так и не получилось. Ну, подойдем ко входу в зоопарк. Когда его откроют, мы с вами сюда обязательно еще вернемся. А сейчас пока пройдемся к входу. Здесь вот можно покушать мороженое. Там есть детская площадка, на обратной дороге вернемся, я покажу. Милма — это очень известная фирма, выпускает молочные продукты, коктейли, кстати, государственная. Вон там сидит охрана. И все закрыто. Тоже люди приходят сюда с надеждой, смотрят, разворачиваются и уходят. Вон, не верят, они решили подойти спросить. Очень красивые здесь всякие растения, цветочки, все ухаживают. Ну, видно, здесь целый штат этих садовников. А вот это вот, друзья, это павильон с павлином. Мы с вами с обратной стороны зоопарка. Вот, это вот павильон с павлином. О, сейчас мы поближе подойдем. Я здесь вход нашла. Вот так вот. Так. Ну, может, хоть павлинчика увидим. Нет, не видно. И даже не слышно.
Они бывают такие крикуны, эти павлины. Ну, что поделать, закрыто. Ну, бывает. Будет повод еще сюда приехать. В парке погуляем. Я так понимаю, стулья поубирали, потому что сидеть нельзя здесь. Как бы только все на вынос. Нет, у нас уже некоторые рестораны, кстати, работают. Работают, уже можно посидеть. Но почему-то не работают с кондиционерами. Смотрите, какая здесь интересная система. Здесь вы платите, вам дают чек. А потом с чеком нужно пройти сюда. И вам уже выдают то, что вы купили. Здесь пустовато. Холодильник он пустой. Холодильник пустой, попкорн не готов. Потом снимает друг друга. В общем, Андрея, сидеть за столами нельзя, а стоять можно, получается. Имя спросил. Я наша мороженая. Будем мы кушать мороженое рядом с павлинами. Все, маски снимать-то можно? Можно. Тебе шоколад. Мне шоколадное, а у вас какое? Манго. У вас манго. Ну как, вкусно? Маску снимай. Ну, в общем, зоопарком получился облом, но, возможно, это и к лучшему, потому что в парке тоже есть на что посмотреть и погулять, и не будет такой длинный выпуск, а в зоопарк мы еще вернемся. Как мы только что узнали, этот парк открыли только 4 дня назад, и зоопарк обещают открыть в следующем месяце. Смотрите, как здесь люди отдыхают. Такое вот дерево интересное. Кстати, вон табличка есть. Даже написано. Люмерия. Вот здесь, видите, спортом занимаются. Приходят побегать. Ну, мы пойдем посмотрим детскую площадку. Для нашей водительки, конечно, здесь уже ничего интересного нету на этой детской площадке. Здесь еще был кинотеатр 3D. А еще здесь есть паровозик железный, такой как, ну, не знаю, я это называю как советское время. Такой, как в моем детстве еще был. Людей это прибавляется и прибавляется. Вот здесь вот есть детская площадка. Мы сюда приходили, когда наш малышек был еще малышиком. Ой, что-то я смотрю, здесь все развалено. Мы здесь, конечно, давненько не были. Тут цветочки в горшочках. Очень много. Вот здесь был 3D-кинотеатр. И там вон на территории небольшой такой маленький. Давно уже все закрыто, видно, что все такое. А, вот здесь вот паровозик. Ой, он стоит даже. Вот этот паровозик. Я на нем каталась даже, кстати. И там так трясет на этом паровозике. Даже немножко страшно. Вот.
паровозик павлиний. Так вот по кругу ездит. Посмотри, как быстро все ржавеет. Быстро, конечно, быстро все ржавеет. Никто не ухаживает, не пользуется. Здесь тоже вон детская площадка есть с другой стороны. Закрыты детские площадки. Пока. Вон стрелочка где-то там. Исторический музей. Вон какой-то граффити, пойдемте посмотрим. Очень много у нас, кстати, заборов вот таких по городу разрисованных, расписанных на разную тематику и на религиозную тематику. Просто. Ну, здесь, наверное, что-то с зоопарком связано. Здесь я вижу птичек, обезьянок. В общем, животных. Здесь вот я кактус интересный обнаружил. Музей открыт! Музей открыт? Пойдем? Здорово! Ну пойдем! Давай! Вот, разведка доложила, что музей открыт. Вот, в 2019-м, когда мы сюда заходили, он еще не был открыт. Его еще только строили.